пару встали Анжелика Крылова и Вячеслав Разбегаев. Их к сегодняшней программе готовил Александр Жулин. Сами понимаете, уважаемые телезрители, танец исполнен не без огрехов. Но какая эмоциональная, какая экспрессивная и эффектная партнерша. И Вячеслав Разбегаев, он же ведь очень старался, чтобы оттенить ее. И как сказал кто-то из умных людей, хорошо разбирающихся в хореографии, танго можно танцевать только вдвоем. И у ребят получилось танго. Не судите их строго, все нормально. По ходу проекта, конечно, они будут прибавлять от программы к программе. И я надеюсь, что мы еще увидим танцы в их исполнении.